89 лет исполняется Подмосковью. Его день рождения принято отмечать в первое воскресенье октября, когда Московская область одевается в рыже-золотой наряд и становится еще живописнее в осеннем великолепии. Подмосковье всегда было одним из центральных регионов нашей страны с точки зрения социальной, экономической, политической жизни. Регион, динамично развивающийся. Регион, который задает темп развитию всей страны. Подмосковье – достаточно молодой регион, но уже заслужил славу успешного и быстро развивающегося. Здесь строятся новые дома, школы, детские сады и больницы. Жители объединяются во время патриотических, экологических и спортивных мероприятий. Свой значительный вклад в благоустройство области вносят и мытищинцы. То, как за последнее время изменился город, нельзя переоценить. В Мытищах очень много изменений за это время. Я здесь с 83-го года живу в Мытищах. Я когда приехал только в Мытищи, тут один дом стоял мой вот на Семашко. А сейчас посмотрите, что тут расстроилось. Вообще красота какая. Я просто влюблена теперь в этот город. Мы недавно были в Звездном, союз пенсионеров, 30 человек, честь Мытищ отстаивали. Вот мы там говорили речевку. Нет красивее и чище, чем любимые Мытищи. Мытищи выгодно выделяются на фоне других муниципальных образований благоустроенностью и количеством зеленых насаждений. А активность и деятельность жителей округа в различных сферах и направлениях позволяют с каждым годом укреплять лидирующий статус Подмосковья. Вокруг меня земля друзей. Дарья Линская, Денис Корнев. Информационная программа «День».